21 век на дворе, ноу-хау, а мы вот живем как тараканы. Через дорогу там как раз останавливались эшелоны и туда загружали. Отсюда заводили, туда проводили. Ну а тут, естественно, камеры были. Не комнаты, камеры. Ну, надо же создать видимость, правильно? Если свет еще выключен в наше вечернее время, ты поднимаешься с первого по третий этаж, ощущение заброшенного здания тюрьмы. У меня произошел в 2014 году пожар. Мне сказали, либо это, либо ничего. То есть у них даже другого варианта маневренного жилья, я так поняла, нету. А откажешься, а куда бы я пошла? Вот так вот, вспоминайте с ней. На вокзал ночевать. Заселили без мебели. Была комната вообще без мебели. То есть даже элементарной кровати нету. Окна подлежат ремонту, то есть надо пластиковые окна делать. Сказали, за свой счет делайте. А света у меня еще не было. То есть вообще света в комнате не было. Я электрика вызывала. Вот моя плита чистенькая, чистенькая. Вот у меня скромненький столик, я живу. Тут я не обижаюсь. Вот. У нас такая ванна есть. Если человеку надо помыть голову, покупаться, пожалуйста, ночью, пожалуйста, приходят, купаются. А что делать? Мы выкручиваемся как можем. Так, воды у нас горячей, как вы поняли, нет? Никогда не было? Да, никогда не было. Собираемся по 1000, ставим котел, ванну, ну, чтоб хоть как-то чуть-чуть хотя бы, за свои же деньги, чтоб как-то более-менее свой быт приаккуратить. Потому что воды-то нет, мыться-то негде, но, ну, газ, слава богу, газ. Ну, у нас тут более-менее так нормально. Тут у нас более-менее нормально. Был ли вот когда обращение к президенту, прямая линия, первое послание тоже я звонила. Ноль эмоций, никаких ни ответов, ни приветов. Писала, ходила. Мне что отвечали? Люди не в таких условиях живут. Я говорю, ну правильно, люди на помойке живут. Я говорю, надо равняться к этому. Ну, вот так вот и живем. Если вот так вот, сколько, 25 лет биться головой об стенку. Люди уже просто не надеются ничего. Если была надежда, мне кажется, все бы собрались. И что-то делалось бы. А то получается как... Вот скажет Путин, завтра приходите на площадь Ленина, будем вас вешать. И обязательно будет голос такой, а веревки свои приносить.